В Казани сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Татарстана задержали 6 подозреваемых в создании многоуровневой финансовой пирамиды. Организаторы финансовой пирамиды широко рекламировали свою деятельность через собственный сайт, печатные издания и социальные сети. В период с декабря 2013 года по настоящее время злоумышленники привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. Выдача средств осуществлялась за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. С конца 2014 года вместо денег потерпевшим выдавали сертификаты на право получения акций иностранной компании, фактически не имеющей соответствующих активов. Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей подозреваемые учредили порядка 40 дополнительных филиалов на территории 23 субъектов Российской Федерации. Головной офис находился в Казани. Согласно предварительным данным, жертвами кооператива стали около 10 тысяч граждан, совокупный ущерб которым превысил 100 миллионов рублей. Сотрудники полиции провели более 80 обысков на территории 23 регионов России, в ходе которых изъяли предметы и документы, доказывающие факты противоправной деятельности организации. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.